Цифровой прорыв. Завершился третий всероссийский чемпионат среди проектов в области искусственного интеллекта. Одним из призеров стал самый возрастной участник проекта. 81-летний ученый из Москвы Валерий Ардасенов. Он решил непростую управленческую задачу. Разработал концепцию работы с большими данными, чтобы спрогнозировать, где и сколько посетителей находится в аэропорту Шереметьево, в зависимости от времени и направления вылета. Предложил схему обеспечение повышения выручки вот, аэропорта благодаря предложенной схеме товарооборота. Эта схема заключается в том, чтобы снизить издержки ритейла,